Йоу, привет, ты на канале Way Up Music, меня зовут Саша Вустал, и сейчас мы с тобой посмотрим два видео от Шиза, это Кока и Тербел. Также хотел сказать, если ты занимаешься музыкой, пишешь биты, треки, обязательно покидай мне их на зацен. Возможно, мы с тобой сделаем какую-то коллабу, или просто я сделаю на тебя реакцию, если ты делаешь реально крутой материал. А мы погнали смотреть. Вот это да! Катар бир баста, пайка барабан баста, Тербель, правильно. Тербель. Вот мне нравится этот тип тем, что он своеобразен. Это качает? Негермен почти? На бутылках просто. Кружка свежий, кружка свежий. Счет так кеш. Кыздарами балдар кайрылы кеш. Бүгін мас боп куға. Желание бешеный. Бултака кара-кара бала. Сенің көксіңді қатты. Че возле нее там мотылек летает? Ура-бала. Ну слушай, это прям забавно. Детсад, казака, жат, кыс, рэп, шмэп, так, пак, тэп, татах, ты жизнь, жизнь. Арамбил, дан, бэр, мэйдан, стресс, депрессия, кингой. Реально крутой чувак. Он мне напоминает Ace of Ferg. Ну это реально стёб прям. Он двигается. Это забавно, прям максимально. Красава, Шиза. Базара нет, респект. Ну, смотри, еще пасхалочка. Эй, что хочется сказать? Это круто. Я высказал все поверх видео, и я реально впечатлен. И красава, респект Шиза. Мне нравится его своеобразие. Мне нравится его самоирония. Мне нравится его флоу, биты, клипы, все как звучит. То есть это реально круто, несмотря на то, что я не понимаю, да, местами казахский. Но, типа, там что-то на русском, да, проскальзывает. Вот, и это круто. Короче, 10 раз я уже сказал, что это круто. И мы двигаемся дальше к следующему клипу. Реклама, короче, это, да? Вау! Wow.
Слушай, она как нигер шастелит. Шуба, конечно, у него. Шимкент как микс, микс, как можем так и флекс, флекс. Шимкент как микс. Прикольно, вода сверху. Я только заметил. Я просто был под впечатлением от песни. Damn. Шиза, магёт. Магёт умеет, практикует. Это прикольно. Прям. Вот бывает, слушаешь, да, песни такой, типа, они ньюскульные, да, они найдут свою аудиторию. И типа, ну, ты такой, блин, не нравится тебе. Сейчас же у многих, да, есть такое, что ты слушаешь New School, что-то такое, и тебя это, если честно, изнутри подбешивает. Типа, да, ну хуйня же это, думаешь. Вот про его музло не хочется так говорить, но, по крайней мере, мне с первого прослушивания, то есть как я только начал ознакомливаться с его творчеством, мне залетало все. То есть он настоящий. Даже несмотря на то, что да, все это с Запада, да, все как бы... Но это не дешевая какая-то подделка. В этом есть своя душа. И это реально круто, за это респект. Что думаешь ты? Обязательно пиши комментарии. Меня зовут Саша Вустайл. Рахмет за просмотр. Салам алейкум.